который принес с собой Леонид. Волгоградский Мауриньо. Именно под таким профилем он известен в Тиндере. Бывший футболист, но однажды после тяжелой травмы потерял вкус к нормальной одежде. Когда у Слуцкого в парикмахерской спрашивают, как вас подстричь, он достает из кармана терку для скобления посуды и говорит: мне вот что-то такое. К 51 году он так и не придумал, как без палева почесать яйца, поэтому постоянно качается, сидя на скамейке. Судя по тому, как он качается на стуле, у него очень сплюснутый геморрой. За свои деньги построил стадион в Волгограде, чтобы в России был хоть один стадион, откуда он его не выпиздит ссаными тряпками. Положил болт на российский футбол еще до того, как это сделал весь мир. Заслуженный тренер страны Леонид Слуцкий. Ваш аплодисмент. Леонид Слуцкий.